10-я поклевка в течение вот сколько мы, получаса находимся. Только вы это проверили, поставили нового живца, он мотает опять. Вся леска размотана. Ветер и мороз тут, а витаминоз, и под снегом не видать берез. Румич, иди на велосипеде. Поймал рукой в лунке прямо. Она за малька держалась за зубами. Московские щучки заплыли как-то сюда. Хмао. 12-я попытка достать щуку. Сегодня мужской день, вчера был мамкин день, сегодня мужской. А эти все молчат у нас что-то. Эти все молчат. Какой у нас автомобиль? Нифига ты. Это у нас танки из лодки сделаны из алюминиевой, самодельной. Воду набираем, дом вводим. Котик тоже у нас уже сколько лет возит. Это по 10 тысяч пробег. Что такое аппарат? Вроде как не подводил нас никогда. Нет. Покупка, я доволен. Такого снегохода. Довольно надежная техника. За все время там один амортизатор. Что-то подшипники на ролике сменил. А, стартера больная тема уже. Третий стартер. Хлам, обед, удочки. Короче, поклевка была, и словил я вот такого красавца. Замечаете размер, да? Мою морду даже шире. Вот это рыба. Дедушка неспроста нам такие блесны это подарил. Самодельные. Вот это рыбина. Вообще никаких крючков, ничего, сразу бум и все, и жопа на. Вот это чудеса. Чурогайку только что слепили. Жерлицы. И поклевочка. Окуня хорошего, доброго. Сейчас завешиваем его. Сейчас он завешивает окуня. Ноль-ноль.
какой красавчик-то вообще. Дети, апрель пришел, все тает и течет. Только за вчера два рыбака ушли под лед. Зато хоть на дорогах безопаснее и удобнее. Теперь за километр видно я. Кило 16. Долгожданная весна пришла вместе с ней. Ее 17 мгновений, грязь и талый снег. Я тут фортики в земле и обрывки газет притащил на подошве все прихожку весне. А лето у нас ждет из крайней степени. Много книг резко попадаются. Тут резко континентальный. Чуть южнее можно, что хоть от жары и зной. Чуть севернее даже канитель, что и зимой.